В Барнауле с единственным концертом выступил московский музыкант Михаил Родионов, известный поклонникам жанра инди-фолк и как основатель группы Ритьюзес. Его музыку называют экспериментальной, загадочной и даже интровертной. С последней характеристикой автор Михаил Родионов согласен. И действительно, он редко появляется на публике. Концерты проходят на небольших площадках, а альбомы музыкант записывает исключительно дома. Но это не мешает Михаилу Родионову иметь свою армию фанатов. На концерте в Барнауле прозвучали песни, хорошо известные поклонникам, но в новом исполнении. В интервью телеканалу «Катунь-24» артист рассказал, что сейчас работает над третьим альбомом. В процессе это самая сложная штука, над которой я работал когда-либо. Ну, я любитель концептуальных альбомов, и это очередной концептуальный альбом, и там сюжет. И в этом плане у меня опыта мало, и нужно сделать цельный, законченный альбом.